Здорово, геймеры! С вами МакГо, и в этом видео мы поговорим о самом уникальном и интересном месте Fortnite. Ну что, поехали! Как вы могли заметить, это юбилейный 50-й выпуск, и я решил, что здесь должно быть что-то особенное, так что готовьтесь. Такого вы еще не видели. Сегодня мы говорим о месте, в котором больше всего пасхалок, отсылок и ответов на наши вопросы. И это место – остров, с которого отходит наш автобус. Мы каждый день бываем здесь по много-много раз, но нам дают слишком мало времени, чтобы все осмотреть здесь. Поэтому специально для тебя я и снял этот ролик. Первое, на что стоит обратить внимание, это ангар с автобусом. Именно отсюда и начинается наша королевская битва. На втором этаже здесь вот такие пульты, которые и управляют нашим автобусом, ведь водителя здесь нет. Все в кругом камерах, но это естественно, ведь автобус запускают агенты призраков. С чего я это взял, сейчас расскажу. Но вначале напоминаю тебе, что любой подписчик моего канала может получить боевой пропуск абсолютно бесплатно. А как это сделать, я расскажу во второй части видео. А мы идем дальше. Автобус выезжает из ангара и взлетает по этой взлетной полосе. Кстати, с острова всегда видно другой автобус, который завозит игроков в другую игру. Ну а вот и башня диспетчера, в которой тоже много разных ништяков. Во-первых, диспетчер — это плюшевый медведь, а я вам всегда говорил, что медведи тут явно неспроста. Но самое главное, что у этого медведя стоит кружка и папка агентства. Видимо, в папке график отправления автобусов. Ты удивлен? Я тоже удивился, когда все это нашел. Вообще, дизайн всех построек напоминает мне гигантские градирни. Даже цифры и цветные полосы такие же. Но это не самое важное. Видишь вот это здание, которое отделено от других? Знаешь, в чем его фишка? В нем скрытая база агентства. Ну что, зайдем? Вот так нас встречает холл этой базы. Конечно, здесь лежит секретный чемодан, и он на этом острове далеко не один. Много кружек для агентов, которые здесь бывают, и, конечно, автомат с лимонадом. Ну что, пошли дальше? В соседней комнате стоит рабочее оборудование призраков. Здесь такие же механизмы, как и в секретной комнате в агентстве, которые управляют люками судного дня. Ну и пара столов. Пиши в комменты, как думаешь ты, чем здесь занимаются агенты. Ну а мы спускаемся на этаж ниже. Здесь нас встречает приемная. Вот такая вот стоечка, кресло и так далее. А дальше по коридору висит секретная фотография агентства. Такая же висит и на секретной базе в торговой точке. Ну а вот и лифт, через который сюда можно попасть. И это не самое интересное место на этом острове. Если ты хочешь увидеть самый сок этого места, пиши в комменты «секретная база тени». И тогда я пойму, что тебе интересна эта тема, и запилю ролик и про нее. А также по этому комменту я пойму, что ты красавчик, который смотрит мои видео до конца. Ну а в этот ролик база тени не попала, потому что в ней столько ништяков и пасхалок, что это тема для отдельного ролика. Ну и рассказываю тебе про наш розыгрыш. Как только мы наберем 1000 подписчиков на канале, мы разыграем боевой пропуск или 1000 V-баксов абсолютно бесплатно. Но в розыгрыше могут участвовать только мои подписчики. Поэтому жми на кнопку посередине экрана, а потом выбирай другой суперинтересный ролик. Всем пока!